Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 мая. Так, значит, выехал на Сев. Семена века овса. Вот. Я не знаю, соотношение какое с чем. Вот. Но вот такой вот компонент. То есть века — это бобовая, но зерновой — это овес. Да? Значит, в чем фишка этой сеялки? Вон сеялка SM6 для мотоблока. В общем-то, покупал в этом году ее. Производство Пахарь. Это город Чебоксары. Там же, где брал я в свое время им адаптер для данного мотоблока. Значит, здесь по данной сеялке что хочется сказать. Вообще, как бы, у нее стоят 4, 3 типа, вернее, катушек. Вот стоит самое большое на бобовые культуры, на горох, на кукурузу. Затем идет среднее на зерновые и мелкое на мелкозернистые травы. Ну, как бы на зерновые она идет, называется почему-то она у них с увеличенной нормой высева. В общем, я когда купил, пробовал высевать просто обычные зерна пшеницы. То есть они шли на этом, на среднем, на средней катушке, то есть шли вообще хорошо. Когда я засыпал сюда века овес, дело все в том, что века овес, вот структура, вот сейчас расскажу по ней. Значит, высев стал, мало того, что он стал не в норму, то есть он стал минимальным, и он еще стал непостоянным. Дело все в том, что овес, он легче вики, то есть вика под воздействием вот катушек, она опускается на дно, забивала ту катушку, то есть она намного меньше была, и поэтому высевалась очень плохо. Поэтому я переделал на самую большую катушку, та, которая идет под овес, вернее, под овес, под зерно, под кукурузу и горох. Вот, сделал под нее. В общем-то, сейчас проблема была. Я на самом деле уже приехал второй раз, уже рассеял я один мешок, но сеял вот здесь, вот сейчас покажу. Сеял я вот здесь, вот этот вот участок, вот от этого куста и до конца там поля. Здесь я место оставил под картофель. И, в общем, сеялка нагребала она не только сошняками, причем я их выглубил максимально, минимум, то есть максимально сколько можно, я их выглубил, вот сделал до самого конца. Но все дело в том, что она была вот здесь, вот на этих вот двух отверстиях, точнее, обманывают этих двух, наверное. Да, вот на этом и вот на этом было. Я опустил на максимально нижнее и просверлил еще одно дополнительное отверстие снизу. И сделал еще дополнительное отверстие вот здесь вот у себя на навеске, чтобы навеска опускалась как можно ниже. И вот сейчас я приехал, пробный сделал заезд вот здесь вот я по картофельному полю. То есть все, ну, в общем-то, нормально все получается. Так, сейчас посмотрим, как было с зерном. В противном случае, что происходило? То есть она набивала вот сюда вот землю, вот сюда вот начинала грудить вот этими сошняками, видите, они какие широкие, начинала даже грудить бункером, и приходилось ее маленько приподнимать. Чуть-чуть ее приподнимешь, вот видите, уже барашек чуть-чуть не открутился. Колесо переставало крутиться колесо, соответственно, сами понимаете. Вот, сеялка перестала сеять. Ну, посмотрим, что у нас получится на этой площадке. Вот, то, что у нас здесь. Сейчас заправляюсь, едем туда вот. Будем пробовать на этой участке.
Итак, друзья, покончил я всех. Сейчас занимаюсь, чем занимаюсь? Прикатом, прикатом, прикатываю одновременно и заделываю зерно. Это не светает. Хотел сначала параной, когда подумали, тут решили, что таскать лестницу, она побольше. В этом месте как будто кто-то хватается там сзади и держит. Дернина там, на самом деле, рассказывается. Цепочки все равно выскребут.
Как-то так, товарищи. Ждем сходов. Ладно, всем пока.